Дома приехали в гостиницу. Да, в этой гостинице была дискотека детская, я помню. Или это было другой? Наши комнаты 958 и 960. Это наш номер так называется? 960 и 958. Где 58? Инь. А зачем на второй номер? Потому что вас много. В каком кресле? О. Мы спим на кресле. Так что второй номер дай. Зевью. А где море цвета Тиффани? Ине, Лифанейха. Я хочу на нем там покупаться. Это спа называется. Там ты будешь жариться, как яйцо. Да, кто такой? Я буду жить здесь, а Миша будет жить там. Я хочу бассейн. Вначале мы принесем вещи. Миша завяжет шнурки. Мы принесем вещи и перекусим. Мышка. Получила? Класс. Так, ну что, третье море за два дня? Да. Вот, постоим. Белая это соль, это не песок. Ку-ку, Эмма. Да, это соль. Нравится? Да. Вот это вот соль, как реально солить что-то. А вот эта соль похожа ледяная. А это вся такая же соль. А эту соль нельзя взять с собой? И привезти домой и посолить овощи. Нельзя, она совсем не подходит. Ну что, птичка, что ты тут нашла? Кристаллы соли. Классно. Они похожи на зубы. Если сверху смотреть, похоже на зубы? И сверху, и снизу смотреть, как похоже на зубы. Да, вот так вот волна их бьет, и вот так они вырастают. Классно. Их тут много, таких зубов. Там даже еще есть, под водой. Под водой есть? Что такое, тебе что-то неудобно? Нет.
Нет, я хочу просто зайти в ту руку. Рука в соли. Ужас. Щеки в соли. Покажи мне щеку. Щеки в соли. Эмма вся соленая. Ничего. Мы сейчас... Самолет военный. Да. Мы сейчас пойдем в ванну. Да. Я взяла салат, помидорчик и чили. Это морковочку, перчики и горошек. Второе. Это курица и кускус. Что ты умеешь? А у меня сосиска, кускус, курочка и салатик. Угу. Вот. Хорошо, так. Приятного аппетита. А что у тебя, мама? А у меня супик овощной. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита.